Всем привет! Сегодня я покажу небольшой такой туториальчик по запуску скоростного электропоезда китайского. Как видите, тут галочка стоит. В принципе, это и есть инструкция. Просто я смотрю, что-то никто и не скачивает. Так, кружку зацепил. Так, поехали. Не затягиваем. Потому что прям будем следовать четкой инструкции. Потому что я первое видео зафейлил, потому что не отпустил, не разблокировал тормоза. Стояночный тормоз. И долго дыркался. Не мог сдвинуться с места. Сейчас попробуем еще раз. Мы прям будем четко-четко действовать по инструкции. Сейчас будут появляться окошки. Вот приветствие. Закрываем. Так. Hotkey M. Жмем. M. Мягкий знак. Hotkey C. Есть. Hotkey P. Это пантограф. Есть. Hotkey W. Есть. Hotkey Slash. Есть. AD. AD это у нас добавление и динамическое торможение. Ну, добавление позиций. AD. Ну, правильно. AD. Сработало. Все. Так, хорошо. 0. Что 0? 0%. Это я не понял. Но это уже дальше. Так, ну все тут вроде бы. Можно двигаться. Да, все, поехали. Включаем дворник. Кстати, тут также не забываем Q нажимать, когда будет китаяночка говорить Хунчанчу. Иначе у вас сорвет стоп-кран. Так, чего мы так волочимся-то? Набор позиций идет постепенно, нажимая на клавишу А не до упора, а просто чуть-чуть. И он набирает, соответственно, скорость начинает набирать. Блин, отвык я, отвык. Отвык, отвык. Понятно. Так, главное, следим за скоростью. Надеюсь, не накосячу в этот раз. Так, 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 нет. Что это? Что, дождик перестал, что ли? Не, вроде капает. Так, сейчас будет предупреждалка вылазить. Оптимизировано более-менее работает. Ну, местами есть, где очень много всяких там объектов, то будет, конечно же. Так, в принципе, должны успеть в этот раз. Сейчас немножечко прокатимся просто. Ну, запуск простой. Q. Q не забываем нажимать после того, как она болтает. Q. Так, здесь нам нужно будет остановиться в этом депо на какое-то время. А потом поехать забрать, ну, до платформы забрать пассажиров. Вот. Тут это все на 15 минут, я думаю, мы вполне себе уложимся. Ну, хоть какое-то разнообразие есть. Хоть немножечко что-то выходит. Потому что Transient World, Transient World. Кстати, вот Transient World сегодня выходит, официальный релиз. Добавят они туда редактор или нет? Вопрос. Хотя обещали, потому что если они добавят, по факту они просто кинут пользователей. И как бы игра, я так сказал, потеряет свою актуальность, потому что выпускать одно и то же, меняя только циферки, добавляя какие-то локомотивы, это уже не интересно. Интересно, когда кто-то чего-то уже там свое добавляет, новые машины, новые... Странно. Да. В принципе, можно тормозить уже.
Так. Электродинамический тормоз. Так. Ой, не то. С, я не знаю, что такое С я нажал. Так, хорошо. В принципе, у нас тут уклона нету. Можно отпустить. Я думаю, не покатимся. Так, что так долго? Так, хорошо. Так, вот такой вот составчик. Ага, все, можно ехать. Поехали. Очень он здоровый. Максимальная скорость на спидометре у него. Так, давайте немножко подбавим газку. Максимальная скорость у него 500 км в час. Не знаю, есть ли тут такой маршрут. Там, в принципе, есть на 30, на 90 минут. В принципе, наверное, есть такие участки. Но, наверное, все равно где-то не больше 300 будем ехать. Но все равно прикольно. Тут какие-то скоростные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, включаем дворники. 3 километра нам до подачи поезда, то есть до подачи нам 14.12 должны успеть, в принципе. Сейчас где-то должно быть снято ограничение, вон трафик такой же нам навстречу едет. Чуть-чуть поддадим. Можно как-нибудь стримчик провести на этом маршрутике, проехаться. Ну, боюсь, он поджирать будет, потому что это снимаю Shadow Play, а этот самый АБС-ка, она очень кушает хорошо. Так, где-то здесь должно быть нет ограничения, хотя бы до 40 км в час. Но это такой не тренировочный, ну, можно сказать, и тренировочный. Красный не нам, я думаю, красный нам. Скорее, это такой туториал по управлению данным составом. Да, да, да. Ого, слышу я тебя, слышу. О, 45. Давайте-ка. А то мы так не успеем опять, как я в прошлый раз пытался записать видео, не успел. Так, сильно не будем газовать. В принципе, мы и так нормально идем. Тут где-то уклон будет. Потому что у меня как-то он поехал, поехал, а я... Так, дождь перестал, что ли? Да, вроде дождя нету. В принципе, мы должны уложиться. Так, 2 километра у нас осталось. Желтый светофор. В принципе, нормально идем накатом. На выбег. Правильно, наверное, говорите. Вот. Ну, конечно, не... Все, кью, кью, кью. Кью. Все, успокойся. Ну, все равно здорово, что хотя бы... Хоть чуть-чуть какие-то дополнения выходят для этой игрушки. Потому что с этими Transient World'ами уже как бы люди уже привыкли к хорошему. Да, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, не к хорошему, к красивому. Вот. Я бы не сказал, что там все супер-пупер, конечно. Но графика красивая, текстуры красивые. Да, да, да. Вот. Но... Все равно до какого такого идеала. Ой, очень далеко. Так, что-то мы немножко тормозим. А нам надо успеть 10.14.12 подать состав. В принципе, платформа у нас вот уже. Здесь рядышком. Так, не разгоняемся. Нормалек. Ну, я не думаю, что здесь есть какие-то участки, где можно разогнаться до 500 км в час. Так, скорость не набираем. Я думаю, где-то уклон здесь. А это просто я тогда в прошлый раз, видимо, не сбросил. Да.
Ну, в принципе, тише едешь, дальше будешь. Блин, ну даже на чуть-чуть подаешь, ему все равно начинает ускоряться хорошо. Мощная штука. Так, вот здесь, видимо, много объектов начинает притормаживать. Но все равно можно играть, можно. Поскольку здесь нет таких супер наваристых текстур, как бывает в некоторых маршрутах. Прям вообще затекстурено, запечено там. Здесь можно спокойно играть, даже на слабом ПК. Ну, если что, просто вы отключаете динамику и все. Динамическое освещение. Да, 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 да. Я тебя слышу. Кью. Когда услышали вот эту китайскую девушку, сразу же жмем Кью. Иначе просто сработает стоп. Правда, сидит тут, конечно, у нас не китаец. Британец сидит какой-то на китайском поезде, но ладно. В принципе, уложились хорошо. Да слышу, я тебя слышу. Так, прорисовочки, конечно, просто шикарные, да. Ну вот, в принципе, уложились. Даже, наверное, не в 15 минут. Сейчас даже посмотрим, во сколько, насколько я... Так что 14.10, 14.12. Подать поезд вполне себе успеваем. Даже немножечко можно прямо так протянуть, протянуть составчик вперед. Мы успеем, вполне себе успеем. Так, можно уже тормозить? Нет. Тормозить будем, наверное, где-то на 20 метрах. А можно даже уже сейчас начать. Да. Да, 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 да. В принципе, мы как бы все. Да, да, я торможу. Все нормально. Идеально просто. Так, на букву Т у нас открываются двери. Ну, это стандартно. Вот. Как бы... Опа-на. Как бы вот так вот. Вот такой небольшой был прохватик. Ну, туториал, не туториал, но так. Чтобы канал не пустовал. А то сейчас очень мало выходит каких-то дополнений для этой игры. Ну и про Трэнс я, конечно, не забыл. Просто сейчас пока что-то настроения нету. Обленился. Ну ладно, короче. Сейчас покажу, сколько тут маршрутов. Сценариев, вернее, не маршрутов. Маршрут один. Вот. Для сценариев для этого маршрута. Вот. В общем, идеально приехали. Я думаю, сейчас мне звездочку дадут за это. Ну, правда, они для меня как бы... Да, погоды мне они не делают. Но все равно чисто так для себя. Все, сценарий пройден. Так, давайте глянем. Так, давай. О, на звезду. Карьера, он в карьере. И, по-моему, он даже в стандарте есть. Тут 40, 40 минут, 85, 50, 80. Тут гроза у нас, солнце ясно, 10 утра, 6 утра, 11 дня. И вечер, 21.25, все. Так, в стандарте, я не знаю. Да, он в стандарте есть. Да, что он есть, что его нет. Почему-то все по нулям. Ну, ладно. Видимо, что-то не то. Ну, в карьере он точно есть. Короче, все, спасибо за просмотр. Всем добра, здоровья, позитива. Чтобы все у вас было хорошо. Всем пока.